как при помощи комплексных чисел записать формулу поворота вокруг любой данной точки на данный угол. И вы поймете, что действительно, что называется, это помогает, что комплексные числа действительно помогают для, так сказать, алгебраических и всяких поверхностей. Пусть есть плоскость. И на этой плоскости задана некоторая точка P. Точка P с какими-то координатами А, B. Нас интересует поворот вокруг этой точки против часовой стрелки. Математика всегда будет против часовой стрелки. На некоторый угол. Замечательно. У нас есть какая-то точка с координатами x, y. Задача. Как при помощи комплексных чисел найти координаты вот этой точки? Давайте их обозначим z, t. Разумеется, ответ не должен в себе содержать никаких комплексных чисел. Потому что, ну как, мне даны здесь координаты, а мне нужно получить эти. Но во время получения этого ответа я буду использовать комплекс. Более того, в какой-то момент вы поймете, что, а может быть, не стоило так ответ комплекса чисел расставить, потому что это проще. Так вот, способ простой. Когда меня интересует такой поворот, я могу взять и сместить этот отрезок в начало координат. В общем, ребята, считается, что вот этот параллелограмм. Этот параллелограмм. Вот тогда у этой точки координаты очень получаются естественным образом. Мы сдвигаем на А, Б. То есть это просто-напросто x минус А, y минус B. Отлично. Дальше берем вот этот вот треугольник и его рисуем здесь. Отлично. Получаем результат поворота этой точки на угол фи. Ну а после этого вернем назад. Вот это вот опять параллелограмм. Как поворачивать на угол фи? Нужно взять комплексное число. Аргумент равен фи. Это косинус фи плюс и синус фи. Значит, нужно умножить на вот эту величину. Косинус и плюс и синус. И вот после того, как мы это умножим, надо вернуться назад. То есть надо к этому прибавить а плюс b. В дальнейшем что происходит? Я написал формулу в комплексных числах. И, наверное, вы уже понимаете, что если я обозначу x плюс и y некоторой буквой z в комплексное число, и если я обозначу a плюс b и тоже какой-нибудь там буквой, не знаю, b, например, да, тоже комплексное число, то формула вся приобретает такой вид, нет, не x, z, z минус p умножить на косинус фи плюс и синус фи и плюс p. Господа, в комплексных числах она выглядит достаточно прозрачно. Конечно, я могу раскрыть скобки. Между прочим, мне расхотелось это делать. Может быть, вы поверите, что я могу их раскрыть и не будете заставлять это? Поверьте, ладно. Я могу раскрыть скобки и могу отдельно выписать абсциссу, отдельно ординату. Но сейчас уже видно, что вообще-то с комплексными числами проще.